12 апреля в Елабужском институте КФУ состоялось торжественное открытие крупного форума шестых международных махмутовских чтений. Мероприятие посвящено 90-летию со дня рождения уникального ученого, педагога, основоположника теории проблемного обучения Мирзы Исмаиловича Махмутова. В этом году международные махмутовские чтения впервые проводятся на площадке Казанского федерального университета, вобравшего в себя лучшие педагогические традиции старейших учебных заведений республики – Казанского и Елабужского педагогических университетов. После пленарного заседания состоялось открытие лаборатории проблемно-ориентированного образования имени Махмутова. В современном лекционном классе подготовили специальную музейную экспозицию. Здесь же состоялась презентация виртуального музея-библиотеки академика Махмутова. Лаборатория – это самое главное. Даже музейная комната важна, но лаборатория – самое главное. Потому что мы эту лабораторию, все здесь учеников много, мы ее будем насыщать. И в ней будут студенты заниматься. Я довольна. И благодарны Елабужскому педагогическому институту. Они сделали не только умно, они сделали с душой. В течение 3 дней форума будут работать тематические площадки, круглый стол с ведущими специалистами проблемно-ориентированное образование в современном мире, а также пройдет научно-методический семинар, посвященный инновации и традициям в современном школьном образовании. В чтениях примут участие около 200 молодых исследователей, учителей, заслуженных деятелей науки и культуры. Диана Авакян, Динара Алмагамбетова, Айдар Салихов, Универньюз.